Портал «Инсургент», здравствуйте. Мы на концерте «Панк Отом». С нами Сергей Метель, группа «Смех». Расскажите, пожалуйста, о ваших ближайших творческих планах. Привет. Ну, какие могут быть творческие планы у музыканта? Сочинять, играть концерты, готовить новую программу, откатывать старую, думать о ближайших каких-нибудь там съемках, клипах на новые песни и катать тур. У нас в этом году 20-летие, и мы этот год докатываем юбилейный тур. Вот. И уже на Новый год, после Нового года строим планы с новым альбомом и двигаемся дальше. Вы сказали насчет клипа. Уже есть идеи на какую именно песню? Есть, конечно, много идей, и не одна, но не могу сказать название песни, пусть это будет сюрпризом, но парочка идей точно есть, потому что новые песни уже есть, как бы, и мы думаем на них снимать или придумывать еще, и потом, чтобы был богаче выбор, и уже точно решить. Но на одну точно мы решили, что надо снимать клип. Это уже в следующем году, получается? Может, мы и в этом снимем. Снимем в этом, а выпустим, наверное, в следующем уже. За этот год какие самые яркие воспоминания были у вас? Ну, слушай, наверное, самые яркие воспоминания вообще весь год, потому что мы каждый концерт горим, празднуем день рождения 20-летия группы. И вот прям чего-то определенного я, наверное, выделить не могу. Но скажу так, что тур – это всегда круто для меня лично, чем разовый концерт. Вот, в туре ты больше роднишься с группой, тебе ближе поклонники, ты гуляешь по разным городам вместе. Это все как-то прикольнее, чем один выезд единоразовый. Запоминающиеся какие-то моменты были вот из тура? Что-то, может, возможно, очень позитивное произошло? Да все позитивно, у нас нет негатива. Мы одна из позитивных групп. У нас это хорошее настроение, мы никогда не унываем, движемся вперед. Нас всегда встречают там хорошо, любят нас. И все позитивно, правда. Не, ну позитивно. В этом году осенью было позитивно юг. Мы ездили на юг, недавно вот вернулись. Ну, конечно же, море, солнце, позитив, соответственно. Ну и концерты там, конечно же. Что бы вы пожелали своим поклонникам? Я бы пожелал своим поклонникам, наверное, больше уделять свое внимание живой музыке, интересным группам, не мейнстримам, искать что-то интересное для себя и поддерживать, наверное, независимую музыку. А насчет новых групп, какие-нибудь, возможно, вам нравятся из новых появившихся музыкантов? Из появившихся? Пока что ничего для себя не открыл, но у меня есть моя любимая группа «Тени свободы», и я им желаю удачи. Это не такая молодая группа, им, кстати, 15 лет в этом году, и вот, и с чем я их, собственно, и поздравляю. Спасибо вам большое за интервью, желаем вам удачи и хорошего выступления сегодня. Спасибо большое.